Предприниматель из Тюриктинского района отдал в дар местному акимату собственное двухэтажное здание. После ремонта и благоустройства территории в нем заработает дом детского творчества. Последние 10-15 лет это здание, бывшее в 90-х годах административным корпусом в сфере сельского хозяйства, пустовало. Приватизировав двухэтажку, местный предприниматель Евгений Берунов первые годы использовал ее, но в этом году в рамках программы «Рухани Жангару» решил подарить помещение району. Местные власти сразу же определили здание для внешкольного воспитания детей, поскольку старый дом детского творчества находится в приспособленном здании. Рассчитаны в основном где-то на 60 детей. Конечно, в тесноте были, и мы в течение последних лет собирались расширить кружковую работу. Вот с вводом этого здания мы вообще здесь планируем еще дополнительно 10-15 кружков еще дополнительно открыть. Это фото, например, если вот в частности танцевальный бы кружок хотелось бы здесь открыть, фотостудию. В перспективе мы планируем здесь открыть, уже расшириться и реорганизовать дом детского творчества, центр дополнительной работы. Строение добротное, сохранилось в хорошем состоянии. Оно не требует для ремонта больших затрат. В нем порядка 700 квадратных метров. Осматривая кабинеты и рекреации, педагоги радуются новым возможностям. Если раньше внешкольной работой были охвачены чуть более 3000 детей в районе, то теперь эта цифра увеличится втрое, а то и больше. Здесь более 20 кабинетов, есть большие залы, и это очень удобно. У нас большие планы и надежды на новое здание. Сам предприниматель хотел, чтобы зданием пользовались дети. Его внуки учатся в наших школах. Пусть их будущее будет светлым, говорит нам Евгений Берунов. После ремонта мы благоустроим территорию. Здесь будет очень красиво. На данный момент ведутся согласовательные работы, и уже в сентябре педагоги планируют ввести в строй подаренное здание. Алмагуль Джампиисова, Айбек Сагангалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.